Всем привет, с вами Лантос и Тоха, и Тоха, сегодня и мы проводим проходим... карту. Да, уж Это создали специально для нас двоих, тут даже ники нашего Тоха, Лантас и Клауд. Это да. автор карты, так что спасибо им за предоставленную, собственно, карту. Мы вот этот крипер... Кстати, крипер... это к моему каналу, помнишь, мне шапка? Стоп. Я не знаю, я... Секундочку. Я не захожу на твой канал, потому что ты не делаешь никакие видео. Так, ладно, я F1 нажму. Так, карта называется ТЛК. Да. Я не понимаю. Тоха, Лантас и Клауд, я понял, да. Карта кооператива, центр производства, организованный бюджетек, говорится Клауд. Клауд, ну я, собственно, правильно. Да, это тебя. Без прыжков лау, без... Что? Что? Вообще. Это было тупо. Ладно, я не смог прочитать табличку, но надеюсь, там ничего особо нужного не было. Вот, так что плевать. О, боже, что за хрень, смотри. Слушай, может... Мне не кажется, что надо было отключить спавн мобов, например? Может быть. О, боже. Окей, у нас лестница немного... Это самое фейловое прохождение карты, которое можно придумать вообще. Может, я перезапустить? Да, и карту тоже, и начнем заново записываться. Нет, давай. Один, поехали. Всем привет еще раз, мы вернулись. И ты, надеюсь, отключил спавн мобов. Да, вроде бы все сделал правильно. И карту, да, мы карту заново скачали, потому что... Потому что та карта пришла в негодность. Ладно, на обсирание не обижусь, просто чтобы вы прошли. Не, ну я думаю, обсирания не будет, потому что... Ну, по крайней мере, этот человек грамотный, это видно сразу, и тем более, что, ну, не знаю, я последний раз... А, короче, пошли, он построил. Без, ну, ладно, да, это, видимо, троллинг, потому что без орфографических ошибок написано через «а». Ладно. Гоу я построил. Не ломать ничего и не ставить играть без читов, окей? Окей, ладно, кстати, прикинь, тут для нас каждая комната отдельно. Окей. Ау-ау-ау. Так, что? Ладно, теперь. Ладно, неважно. Что тут? Ждите только на финише, окей. У меня тоже самое написано. Давай. Ага, теперь я тебе должен жить. Ты знаешь, похоже, как в тюрьме такие свидания, типа. Вот, кстати, я тебе передаю передачку. Держи. Давай, все, это мне. Да, и мне нужно туда. О! Вау, какой сложный механизм! Во, да, вот это я видел в какой-то карте спотал. Давай туда. Отлично. Ага, и это спал у нас, да? А, стоп, почему только для меня кровать? Ну потому что я не могу умереть, а ты можешь, так что тебе чекпоинт нужен. Включи ночь, когда у меня нет этого нет. Попробуй поспать, можешь, нет? Не, не могу. Сейчас. Так, 40 тысяч вроде. Давай. Сейчас, спасибо. Стоп, а ты же... Ты не обязательно спать, можно просто полежать. Ну хорошо, ладно, все, давай. Давай. И че? Ага, так, если на другую нажмешь, что будет? Вот, быстрее. То есть тебе надо смотреть. Да, я понял, все быстро. Ай! Черт. Что ты наделал? Говно. Так, давай. Да! Окей. Почему для меня паркур? Да, он знает, что я не люблю паркур, и поэтому сделал. Давай на другую, давай так. Так вот, по очереди. Давай! Да сейчас, возвращайся на первую. Так, на самом деле, я был бы счастлив поиграть в такой паркур, сейчас это было третью. Бы довольно весело. Давай быстрее! Ой. Они не сразу появляются, понимаешь? Давай! Да блин. Тормоз. Я бы уже давно это все прошел. Конечно. Давай, вот видишь, я прохожу, я очень быстро прошел, а ты уже сколько раз... Да мне уже нормально, просто встань на плиту и говори... Дальше я не уйду никуда, давай. Встань на плиту, теперь на вторую. Теперь на третью. Через одну, в принципе, делать, потому что... Прыгай! Давай! Фух, давай. Последняя! Давай! Да! Yes, я чемпион! Отлично, и... окей. Эй! Что? Подстава! Так, посмотри налево. Что? У тебя там стекло, да? У меня тут стекло, я... Так. Нет, стой, не уходи, ты можешь выйти в дверь обратно? Нет. О боже, ладно, ты должен был меня пропустить, потому что она открылась, но я не успел зайти. Что делать-то? Воспользуемся геймодом. Нет. А как же иначе? Ладно, я пробую сделать вот так.
Окей, это было подло, но... Ну, тоже осталось и делать. If Toha Hot Glass... Окей, ладно. Так не пойдет. Я хотел установить карту, ну да ладно. Ух ты, я даже поспать могу. Так, ладно, поспать я, видимо, не смогу, но что? Не прыгать вниз? Так. О, сынок открылся. А мне тут вообще ничего, я в яме стою, мне... Сейчас ты, скорее всего, умрешь, потому что сейчас кое-что пущу. Нет, тут не... О, боже, нет, держи. Это паркур. Оп, оп, все, это был слишком легкий паркур, ладно. У тебя паркур был гораздо интереснее, ты слишком везучий. Так, левел 2, это был только второй уровень. А, это был первый уровень. Первый. Да. Так. Отлично, так, что у нас дальше? Вот это уже выглядит что-то более эпичное. Так, у меня тут раз, два, три рычага. У меня то же самое. Вроде у меня тоже. Стена... Они расположены, у меня вроде бы так же, как и те. Ах, и нет. Может, тут даже больше? Нет. Ну, вроде три. Так, а где третий, где ты видел? Подожди, а где третий рычаг видел? А, это я себя видел. А, вот он, да. Так. А, все, да, мы открыли. А, окей, это было легкое испытание. А, это еще не конец, видимо, испытания. Конечно. О, господи. О, нет, это не паркур, ладно, я уже был испугался, что это паркур полезный. Но я уже все закончил. О, боже, ладно, это все равно довольно сложно. Так, Что он надел, мастер? А, никак, о, мастер. Видишь, показывает. Так, а, ты вниз прыгнул. О, так. Тут темно. Левел 3, окей. А прыгнись, мы в этот смысл не проходили. Может, в этом на самом деле есть смысл, нет? Думаю, нет. Окей, у меня тут кнопки. У меня тоже три кнопки, так. Может. Все, я вышел. Мы прошли испытание? Окей, видимо, мы прошли испытание. Почему это было не кооперативное испытание? Я не знаю, это как-то очень странно. Я просто нажал на плиту и все. Так, код, содержимое не брать. Окей, я понял, все. А, 54, да. Подожди, 54, а у меня... А, 39, видимо. Так, вопрос. Я тоже, давай поспим. Тут нельзя же, наверное, спаун стоит. О, я вылез. Так, у меня 39, надо запомнить. Давай поспим. Тоже, нет? Давай. Так, окей, дважды два, 4, 6. Мне надо 39 найти, да? Подожди, а как? 7. Так, что открыл? Подожди. А, это у тебя 39. А у меня какое число должно быть? В сундуке у тебя какое число? Сейчас, 54. 54, да? Так, стоп, я что-то не понял, сейчас нажал кнопку, что открылось-то? 54. А, это открылось. А что здесь? Ага. Я не знаю, ладно, я пойду в 4. Если что, у меня 39, там что? Так, стоп. 17 плюс 12 умножить на 0. Ну это 0 как бы? Не понял, а где правильный 17? Ответ? Какая-то ерунда, скажу тебе. Это 17 плюс 12 умножить на 0, это получается 17. Не, погоди, да, у меня тоже так. 20 минус 13 умножить на 0. 13 умножаем на 0, получается 0 и получается 20. Я не правильный ответ. Но у меня ответ только 3, 0 и 7. Ну ладно. Попробуй 29. Это неправильный ответ, но... Окей, тут только лава. Тоже? Какое-то странное испытание, скажу я тебе. Так, у меня тут 39, да? Надо так, а странное нажал. Видимо, похоже, автор не знает. Ошибочка. Так, ладно, попробую 0, потому что это все равно так, не 0, 400, но... Да. 145 плюс 155, окей, это получается 300, но... Так, 200, 300... Я прошел, короче. Окей, я тоже. Видимо, у меня проблема с... Видимо... А почему был ответ 39? Вот это не знаю, у него, ну, у него ошибочка была в уравнении. Заполнять по очереди. Да-да, там где с математикой у него, да, ошибки, я плохо математику знаю. Держи. Ага. А что там написано? Заполнять по очереди. Давай, сначала первый, второй, третий. Так, а что у тебя в раз в других сундуках? Ой. Во всех были по одной штучке. Думал. Понятно. Так, что у тебя открылось? А, вот, сундуки, вот... сзади. Слева, сзади тебя, вот. О, боже, да. Так, сколько у меня тут? Это тоже 3, отлично. Это просто испытание на медленность, наверное. Да. Произносить. Держи. Одно я тебе не дам, я оставлюсь. Ну ладно, держи. Спасибо. Тык. Тык. И? О. О, отлично.
Эндер сундук, он пустой. Я первый раз вижу. Ладно. Так. Какая-то. Нажми на кнопку. Подожди, а может это здесь? А, ладно, вот, подожди. Эй! Что ты? А что мне теперь делать? Что мне теперь? Я отсюда не... Окей, автор об этом не подумал. Так. Хорошо. Стоп, секундочку. Я забрался кое-куда. Спам, я нашел слезу Гаста. И Эндер сундук. Так, автор явно не позаботился о, так, о таких тупых людях, как я, которые просто лезут куда-то. Ладно, давай попробуем нажать еще раз на кнопку. Да, уже, да, еще раз нажми, еще раз нажми. Я держу ее. Так, стоп. А, что делает Эндер сундук? А, в него можно положить вещи, и ты можешь забрать вещи в другом. А, хорошо, давай, нажимай, нажимай. Все, я, короче, положил туда слезу газ, видимо, тебе тоже там нужно нажать. А, нет, пойми, что как бы в Эндер сундук, который ложишь ты вещи, и только ты можешь. То есть я не могу достать. Мой сундук Эндер по-прежнему остается пустым, но если ты в него залезешь, например, то слеза появится. Очень какая-то странная вещь. Так, что делать? Просто не могу сейчас выбраться отсюда. А, ты можешь мне вот здесь следу отдать, в принципе. Не, видишь, я просто не выбрался. Я не могу выбраться из этой комнаты, где я сейчас нахожусь. А если я открою тебе? Нет, ты мне. А стоп, еще раз жми. Окей. А, только это открывается. Что, ничего? Видимо, автор не знал об этом. К сожалению, дорогой Клауд не знал о том, что если ты положил вещи в сундук Эндер, то я не смогу их взять. Они только у тебя будут. И что мне делать? Нужно запихнуть туда эту слезу. Окей, мне нужно взять... Хорошо. А может просто это мы не знаем. Может быть, мы не знаем, что делать. Такой, я дай сломаю песок, возьму, чтобы не чистерить. Окей, нет, это тут явно только так, то есть он думал, что я возьму вещи и все. Да, бы. Вот, и меня еще проход открылся, или... Что, нет? Да, должен был открыть для меня проход. Ничего не... Для меня открылось, но он один блок высотой. А если так? А если я нажму кнопку? Ничего. Что, ничего? Что за ерунда? Да, я попробую еще кинуть песка туда. Это какое-то странное испытание, скажу я тебе. Ладно, мы уже все правила понарушаем, как мы. Я. Ну, я еще так посмотрел, что там. Ну, я кинул туда песка, я не знаю, ничего не происходит. Как мне выбраться теперь? Слушай, может, я нажму вот на эту кнопку и откроется? Может быть. Нет. Открылось? Окей. Возвращаемся сюда. Старым добрым нечестным путем. Оп, а это моя дверь открылась. А, что за ерунда вообще происходит? Привет, бро. Что мне делать? Я не знаю, когда мне сюда попало вот так. Оп, сделал. Зачем я это сделал? Ну, в принципе, могу сделать вот взять это. И что? Окей. Ладно, знаешь, я знаю, как пройти это испытание. Вау. Так у меня так как отсюда опять выброс. Ай, пусти меня. Он. Так, я возвращаюсь к себе. Круто. Ура, мы прошли. И спалило. Надеюсь, этого никто не успел заметить. Это да, мы прошли, все честно. Так, и надо вырубить креатив. Окей, все, мы очень честно все прошли, просто Финиш! Мы ненадолго отходим. Оп, здорово, братень. Все? Бро, мы встретились. Ну как, мы 5 минут назад встретились, ладно. Давай, читай. Надеюсь, хоть эту карту не взорвешь, мой скайп. Нет, в скайпе я тебя не добавлю, извини, я не добавляю людей в скайп. Ворот, мне по-русскому 2. Я в скайпе покажу, вот так вот сюда. А, ну вот и все, надеюсь, моя карта вам понравилась, мне 13 лет, по русскому языку мне 2, все уровни дизайна были придуманы лично. Но, а что это? А! На 54 вроде бы. Так, у меня был 39. 39. Так, у меня был 54, все, окей, давай, пошли вперед. Так, о! У меня алмазы из изумруды. Изумруды и алмазы. А что теперь делать? Так, вот. Я не знаю, это очень круто с его стороны было так подло с нами поступать. Что я могу делать? Да то я могу ими кидаться. Я попробую сейчас выбраться отсюда обратно. Факел. А, это что было? А что это? Я богат. Так, а что было бы, если бы мы остальные прыгнули, к примеру? Окей, тут пустота. Окей.
печаль. Ну и вот такая вот коротенькая карта, но она довольно интересная. Несмотря на то, что тут были какие-то баги, я, кстати, умею... Прямо почти ничего не прошли сами. Вроде бы, хотя нет, много прошли. Кого не прошли? Мы много что не прошли сами. А, ну тут потому что баги были. А может мы просто сами не поняли, как проходить. Да, и вот это испытание с Эндер-сундуком было очень странным, потому что даже если бы я смог взять слезу, газ ты скинул, ну, в общем, у тебя только один проход открылся, ага. Может, привет. Двойной. Пока. Пока. Ну, давай, всем пока, с вами был Илантов, и спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наши каналы, и ставьте большие пальцы вверх. До свидания. Ну, и можете карту нам поделать, если, в принципе, хотите. Да, пройду версию тут.